Заплатил за свет – получи подарок. ТНС «Энергомариэл», Театр оперы и балета имени Эрика Сапаева и медиахолдинг ТВ и радио на Патриаршей поощряют добросовестных потребителей электроэнергии и вновь запускают совместный проект «Билет на балет». В преддверии новогодних праздников те, кто заплатил за свет вовремя, могут рассчитывать на приятный сюрприз. Подробности в нашем следующем материале. Всем привет! Блиц ФМ совместно с ТНС «Энергомариэл» рады сообщить, что акция «Билет на балет» возвращается. Услышав в эфире радиостанции Блиц ФМ бодрый голос диджея, Татьяна Краева решила, мимо этой акции не пройдет. Условия простые. Оплатить счет за электроэнергию сразу на 2 месяца вперед. Оплату Татьяна произвела дистанционно, а 2 билета на новогоднюю сказку «Волшебный посох» с интермедиу елки получила с дочерью Вероникой лично. Впрочем, свой билет положила в карман и подруга дочери Кристина. Ее родители тоже оплатили счет за свет на месяц вперед. Узнала об акции «Билет на балет» и решила поучаствовать. Тем более за свет я всегда плачу вовремя. Спасибо нашим мамам, что заплатили за свет. Теперь мы пойдем в театр. Акция «Билет на балет» в этом году уже 2-я по счету. Фестиваль «Летние сезоны» в архитектурном ансамбле замка Шереметьево увидели около 100 добросовестных клиентов ТНС «Энергомариэл». Сейчас их ждет предновогодний спектакль. «Билет на балет» появился летом этого года. ТНС «Энергомариэл» поддержал проведение балета в Юрино. И совместно также с холдингом ТВ и радио на Патриаршей мы пригласили в Юрино одних из лучших клиентов нашей компании. Тогда посмотрели «Лебединое озеро» порядка 100 наших клиентов. И надеемся, что в канун Нового года более 400 ребятишек и их родителей побывают в Театре оперы и балета. Каждый счет получает 2 билета на новогоднее представление. Это тот самый случай, когда компания не просто идет навстречу, а ценит своих добросовестных клиентов, тех, у кого нет задолженности по оказанным услугам энергетиков. Подробные условия акции можно услышать ежедневно в эфире радиостанции Блиц ФМ на частоте 105,5. Оплаченные на 2 месяца вперед квитанции за электроэнергию, а их пришло уже более 100, принимают в здании ТВ и радио на Патриаршей.